Ежегодно 30 апреля в нашей стране сотрудники пожарной охраны отмечают свой профессиональный праздник. В этом году системе исполнилось 365 лет. В Копейске торжественная церемония в честь знаменательной даты прошла на базе 36-й пожарной части. Начинался этот праздник с того, что царем Алексеем Михайловичем был подписан наказ, который создавал уже пожарную профессиональную охрану в городе Москве. И сегодня вся страна отмечает этот праздник. Я от своего лица, от лица своих коллег, в первую очередь хочу поздравить всех ветеранов пожарной охраны, всех сотрудников, работников пожарной охраны. Пожарная охрана делится на многие структуры. Каждый находит в ней место, включая и добровольную пожарную охрану. Всех с праздником! В этом году, 30 апреля, на улице стояла неблагоприятная погода для возникновения лесных пожаров. Возможно, это стало своеобразным подарком природы в честь юбилея сотрудникам пожарной охраны. В официальной обстановке почетных сотрудников наградили грамотами и ценными призами. Также каждому была выписана денежная премия. А тем, кому в день праздника выпала честь нести службу, получили премию в двойном размере. Профессия пожарного является одной из самых рискованных во всем мире. Безопасность копейчан обеспечивает около 500 смелых и отважных огнеборцев 6-го отряда, ежегодно ликвидируя сотни пожаров, спасая тысячи жизней наших граждан.